В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель 2 граждан Украины при крушении вертолета в Афганистане. Еще один украинец ранен, он сейчас находится в местном военном госпитале. Как сообщил представитель МИДа Василий Кириллич, все 3 украинцев, это члены экипажа, также погибли 10 пассажиров, афганских военнослужащих. Я напомню, накануне в афганской провинции Балх разбился вертолет Ми-8 молдавской компании. Он выполнял миссию по контракту с ООН. Всего на его борту находились 14 человек, 3 члена экипажа и 11 солдат.